И, кстати, вот этот аппарат тоже хороший. 2018. У него аккумулятор на 7,5 ампер-часов. Единственный нюанс, который я, в принципе, запомнил, это то, что два микрофона нужно, чтобы было в комплекте. Он здесь один, к сожалению, один. В остальном это довольно-таки неплохая колонка. Вот. Показатели мощности на 40 ватт мощнее вашей. Но она цветастая, она вообще прикольная. Ценник ее получается 29 тысяч. Ой, 29, извините, затупил. 22 900, 22 900. В общем, вот такой вариант хороший. У меня здесь еще есть шинка, но это больше как эстрада. Она звучит зачетно, хорошо, но там один динамик. А здесь вот два динамика и здесь по два.